Осы. Зайчики помогают нам готовиться к этому празднику. Их здесь называют остахазы. Это значит кашлевый зайчик. Дети всегда очень ждут остахазы. Как там все красиво. Пониже. Ох, какие красивые цветочки посадили. Какие цветочки красивые, как яйца красивые. Так у нас на острове сайчики. Guten Tag, mein Lieber! Как ваши дела? Alles gut! О, как у вас все хорошо у вас! Яйца красивые, разноцветные! Про остахазы, как у вас яйца красивые! Guck mal! О, посмотрю! Какие классные! Вот так вот, ребята, с вами был мастер Милад. Еще остахазы Белина. Я вам показал наших зайчиков, которые надо праздник ладовые дичи. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.
Instagram. Всем пока! Расскажите, ребята.